Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Dark Souls. Что-то я задумался. Суть в чем? У нас новая локация, там довольно-таки сильно нарезают. Я в новой броне, я в броне серебряных рыцарей. То есть у меня просили ее показать. Маску я, конечно, оставлю, потому что она позволяет мне кувыркаться и носить при этом два этих кольца. Так что без шлема походим. Но в целом я буду в этой броне, в этой серии бегать. Она послабее, чем те, которые у меня сейчас есть. Но тоже довольно неплохая. В том месте серия закончилась на том, что один из этих скелетов-воинов меня просто натурально порубал в клочья. В результате я понял, что с ними нужно быть крайне осторожными. Они очень быстрые и очень сильные. Сейчас мы туда пойдем. Сейчас тут будут драконы, опять я постараюсь мимо них пробежать. Не вступать с ними в бой, потому что оно того не стоит. Потом уж пойдем дальше. Так, дракоша. Мне не нравится в этой броне, у нее как-то по-глупому щит висит. Ой, щит, говорю. Плащ. Так, спокойно, без нервов, ребята. Неохота мне драться с таким количеством за раз. Так, сейчас пусть они успокоятся. Мы пока постоим тут секунд 10. А потом пойдем, он там наверху нас один ждет. Успокоился еще, что ли? Ты посмотри, какой настырный. А, блин. Охренеть. Так, ладно. Начало у нас, как обычно, прекрасное, на мой взгляд. Ладно, я что-то просто затупил, совершенно не ожидал от него, что он может сюда прийти. Ну, сейчас мы ему отомстим. Как минимум, одного дракона надо будет убить. Что ж они делают-то, гады? Да как они себе это позволяют? Так, в ту сторону нам не надо. Нам нужно вот сюда. Так, хорошо. О чем я говорил? О том, что плащ как-то совершенно странно висит. Из-за плаща именно эта броня становится не особо красивой. Но в целом броня, конечно, прекрасна. Особенно если со шлемом. Со шлемом-то она вообще просто шоколад. Давайте покажу. Такой рогач получается. То есть выглядит знатно, конечно, но не стоит она того. Так, ладно, давайте в этот раз у нас, может, все нормально получится. Так, всего хорошего. До свидания. Потихоньку подождем. Ой, не-не-не, тихо-тихо. Вы там успокоитесь, нет? Четыре дракона — это сила, конечно. И они по одному-то прекрасно со мной справляются. Да что они там творят? Они тут разносятся, что ли, просто? Так, вроде все, полегчало им. Кучистая. Ну что, давай спрыгивай. Вообще с ним лучше драться, блин. Со щитом в руках. Щит у него крутой, конечно.
нас тоже неплохой. Вот эти враги, они... Что-то, блин, последний раз мне показал один из них, что называется. Так, что дальше? А, тут у нас сейчас за поворотом один будет паренек. Страшные, да, такие? Так, хорошо. И вот тут вот у нас что-то страшное происходило. Во-первых, сюда просто бежали куча этих скелетов. А во-вторых, оттуда вон летела какая-то гадость постоянно. Так, давайте привлечем их внимание. Кто-нибудь меня слышал? А мне кажется, что там у нас... Там у нас фаланкс очередной, то есть, ой, сразу двое идут. Ты посмотри, что творят. Нормально, нормально, ребята. Да, блин, ты посмотри, это же как-то невозможно просто. Так, ладно, сейчас это уже место начнем. Это место будет полно боли, я так понимаю. Враги просто прекрасны. Так, все, возвращаемся. Я не знаю, что-то если они по одному-то нападают с ним, довольно непросто. А тут сразу два побежали. Нужно быть как-то, я не знаю, что с ним сейчас... Я просто не знаю, что с ним сейчас делать. Так, все, собрались. Сложное место. Бежит. Тихо. Тихо. Хорош. Блин, сейчас бы нажать F5, да? Сохраниться. Но нет, кто же нам даст-то? Так, сейчас оттуда прилетит копье, потому что там наверняка фалангсы. А здесь у нас еще один паренек. Вот ты, собственно. Давай, иди ко мне сюда. Ой, ёлы-палы, какой ты фаланкс. Ты не фаланкс, ты хуже. Ты какая-то непонятная, неведомая хрень. Отпрыгивай, 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 отпрыгивай. Это что за хрень там? Мне с этим-то разобраться проблема. А там еще лучше. Это такое вообще? Ой, блин. Офигеть. А чё так далеко-то? Ну ладно, вроде не такой сложный. Ой, ты посмотри, что со мной. И чё мне делать? Умирать, что ли? Я не хочу умирать. А вроде слезает. Все, слезло. Фу, неприятные твари. Интересно, это был мини-босс или это... Блин, прекрасная локация. Мне все больше и больше она нравится. Там еще, по-моему, одна такая же башка была. Нет? Столько всего хорошего, все такие дружелюбные здесь, что просто, я не знаю, охота остаться здесь жить. Так, ну вроде тихо пока. Вроде в этом зале у нас получается два рыцаря, одна страшная неведомая хрень.
Так, тихо, вон там кто-то еще есть. Где-то тут поблизости еще один рыцарь. Это я вам точно говорю. А вот и ты, дорогуша. Ты скотина. Разменялись. Фу, блин, надо почаще щитом пользоваться с ними. Вот бы здесь бонфайр был. Вот это было бы хорошо. Потому что каждый раз проходить через такие испытания, это, конечно, не круто. Так, ну сюда у нас идут две дороги, а туда один большой проход. Что там у нас? Давайте посмотрим. Это куда-то еще ниже, к New Wonder Ruins. Это привидение, что ли? Опасайся слева. Там еще один такой же стоит. Я так понимаю. Так, ну ладно. Я так понимаю, нам сюда нужно, чтобы продвинуться дальше. Давайте мы тогда сходим сначала вот собор. Или что это такое? Вот здесь, в этих узких коридорах, с этими рыцарями драться вообще весело будет, я так понимаю. Так, это нам не нужно. Ой, твою мать. Так, отправляй меня обратно, машинка. Теперь можно жить. Значит, тут опять привидение, да? Да где ты? Да скотина. Да харе кататься. Так, короче говоря, сейчас поднимаемся, выбегаем, она сама за нами пойдет, если ей нужно. Все, готово. Но, по крайней мере, она по-прежнему слабая. А, ты посмотри, это же срез. Это срез, ведущий прямо в начало. А, другое дело, что с этим срезом мы придем сразу, если оттуда Spiraling Shrine идти, придем сразу к месту, где... Ух ты, этого я не видел. Где сколько тут получается? Три рыцаря, Dark Wraith этих. Я бы не сказал, что это как-то очень уж хорошо. По крайней мере, срез есть, и это уже отрадно само по себе. Так, давайте сначала эту сторону посмотрим. Так, ладно. Души, кстати, если все сейчас используют, то наверняка у меня хватит на подъем еще одного уровня. Но мне не нужно поднимать уровень. У меня уровень уже вполне меня устраивает. То есть понятно, конечно, что чем больше, тем лучше, но... Пока что не горит, короче говоря. Блин, да кто так дышит? Все, что ли, спрыгивать вниз? Или нет, еще тут что-то есть. Какие здесь все-таки разные локации. Сравните вот эту локацию с Андетбургом. Или с Блэктауном. Вообще ничего общего. Так, ты у нас не мимик? Нет.
Подожди. Давай повыше. Надеюсь, оно того стоило, такой долгий подъем. Очень большой эмбер. Хорошо. Зачем нам этот уголь? Может, он теперь сможет до плюс 20 оружия прокачивать? Хотя сомневаюсь. Ну, у кузнеца узнаем, короче говоря, как там будем. Так, отсюда, если я спрыгну, я не убью же. Ладно, рисковать не будем. Не очень близко идти, если что. Хорошо. Я не совсем уверен, какие там враги сейчас будут. Мне кажется, что эти Dark Wraith и будут. Это печально. Потому что я бы предпочел драться с привидениями, а не с одного удара дохнут. Мне говорят, что опасайся дева. Бежит. Да бей ты его, бей! Бей! Ух, блин. Нет, с ними нужно поосторожнее. Что-то я не знаю, я слишком берега теряю. Титанит Чанг с них упадает, это отлично. Так, куда идти? Там много ништяков, так что, скорее всего, не туда. Туда мы, видимо, чисто за призами пойдем. Но мы пойдем. Так. Залезть я на такую ничтожную преграду не смогу, естественно. Большая душа. Вот там кто-то стоит, по-моему. Ой, что пишут? Что пишут? Интересно. Так, это явная иллюзорная стена какая-то. Ага. Да ты вообще что ли охренел, я не пойму. Барабан. Так, ты у нас не мимик. Я вообще-то хотел это проверить. Оказалось, что ты тут стоишь, тебя не видно. В такой темноте вообще ни хрена не видно, конечно же. Титанит Чанг. 13 тысяч душ. Я их сейчас потеряю, если умру. Ну, в принципе, 13 тысяч душ на данном этапе тоже не так уж страшно. Можно набрать минут за 5, если знать где. Скажем, в том же Анарлонда. Пойти в покой принцессы, выбегаешь, там два стражника, с каждого по 3500 выпадает. А и не такие уж сложные. Ну, как сложные, конечно. Но не настолько, чтобы прям... Так, вроде никого не слышно. Это нам нужно для вторжения в чужие миры, по-моему. Кто тут дышит так? Тихо. Будем.
Хорошо. Маленько приучился я с ними драться. Но если парочку встречу, это все равно, конечно, капец. Сразу. Без шансов практически. Если только в коридоре где-нибудь зажаться. А так разберут моментально. Блин, 9 аптечек использовать, нет? Пока что, в принципе, достаточно. Слышу опять эту пакость. Склизкую, огромную. Куда я иду вообще? Я, честно говоря, запутался. Я в темноте блуждаю. А, слушай. Это же выход. То есть... Вот тут я дрался с драконами. Ну хорошо, я сейчас... Главное не упасть обратно туда. А так тут больше ничего нет, да? Хорошо. Пойдем в другую сторону, значит. Стены какие мерзкие, склизкие. Это какой-то кошмар. Так, тут у нас еще не было, по-моему. А вон он стоит, да? А, нет, не стоит никого там. Че ты пишешь-то? Путь спереди. А, вот, смотри, спасибо. Кстати, печально то, что... Харе. Да? Ну хватит, ёлы-палы. Подожди, я ж применил. Меня сейчас убьют. Да, сука. Ох, так. Просто застали врасплох. Печально то, что я говорил, отвлекся. Сервера Demon's Souls закрывают не Dark Souls, а Demon's Souls, которая вышла 3 года назад. Закрывают как раз на днях. И, возможно, когда я буду делать прохождение, уже вот таких подсказок там не будет. То есть сетевую составляющую они выключат, сервера. Ну, 3 года поддерживали, это, конечно, очень хорошо, на мой взгляд. Но все равно печально, что именно в тот момент, когда я сподобился делать прохождение, они собираются ее выключить. Я не могу точно сказать, когда именно будет Demon's Souls, но я думаю, будет в ближайшее время. Так, ну и что, все, назад возвращаемся, я так понимаю. Блин, я думал, привидение. Это просто игрок. Так. Как ты погиб? Угу. Понятно. С рыцарем столкнулся. Тут я утону, да? Да, тут я утону. Аккуратненько ходим. Не пылим. Ну нет, тут ничего. Остался только один путь. В принципе, тут, оказывается, не так уж и много всего. Осталось нам идти только направо, если от входа смотреть. Ой-ой, тихо. Тут вообще ничего нет. Подожди, куда тогда идти? Вот отсюда я, допустим, пришел. Отсюда же? Да. Если мы идем направо, то у нас все заканчивается обрывом. То есть сюда прыгать нельзя. Если мы идем вперед, то у нас все заканчивается обрывом. Если мы идем налево, то там тоже ничего особого нет. Странно. Хотя подожди.
Я же тут пошел, я сразу пошел за этими вещичками, а сюда-то я наверх не ходил, по-моему. Вот тут вот. Слышу. До свидания. Но единственный ход, а больше идти-то некуда. Так, понятно. Понял я, кто там. Давай. Ой, блин, только не эта тварь. Тихо, отпрыгивай, 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 отпрыгивай. Так, ладно, живем. С ними вообще, короче, осторожно надо быть. А ты не пролезаешь сюда, я смотрю, да? Сейчас я пойду туда, и вот эта взрывающаяся рожица может мне составить проблемы. Давай. Что-то она меня не повредила даже, а я так рассчитывал. Тихо. Спокойно. Без нервов. Не спешим. Хорошо. Это какая пакость? Наверняка тут еще есть один рыцарь. Да, наверняка. Ну, вроде никого нет, она, по крайней мере, своим взрывом осветила тут неплохо так все. Так, сюда нам нужно. А тут у нас сундук. И сундук, причем не мимик, насколько я понимаю. Потому что цепочка у мимика тянется ко мне. Да. Я был уверен, поэтому даже не стал простреливать. Так, посмотрим у стенок, возможно, чтобы ничего не пропустить. Акт вандализма. Ага. Нехорошие тут звуки, надо сказать. Но один на один-то не так страшно. У тебя бэкстеп не получился. Или как там, кто-то сказал Dark Hand, подожди. Кто-то вместо бэкстеба сказал дабстеп. Дабстепом, говорит, их мочи. Прикольные люди в комментах бывают иногда. Так, что за Dark? Dark Hand. Физический урон плюс 200. Ну-ка. Ну ни хрена, кулаком долбить, что ли? Ладно. Сейчас не до развлечений таких, потому что на этой локации вообще лучше не шутить. Я тут шуток не понимаю, у них с чувством юмора плохо все. Так, подожди. А там у нас, я так понимаю, босс какой-нибудь.
мастер. Где? Там внизу мы были, я так понимаю. Или не были? Хрен поймешь. Опасайся сзади. Ну это я уж понял. Опасайся справа. Молодцы. Need hollow. Но я и так hollow. Жизни у меня не так много. Поэтому сейчас мы, скорее всего, просто посмотрим, и нас убьют. Ну, я думаю, что это босс. СЦП. Такие же звуки. Дыхание непонятное внизу. Так, слушай, это же то самое место, где мне придется драться с четырьмя королями. Нужно кольцо. Какое-то кольцо нужно взять рыцаря Асторы. И тогда мы сможем двигаться дальше вниз. То есть просто надо будет спрыгнуть, и мы попадем к местным боссам. Но сейчас я не понимаю, зачем я тогда спускаюсь, потому что это, по сути, тупик. Сначала нам нужно найти это кольцо. А вот где его искать, я не знаю. Скорее всего, где-то в Грид Холлоу. Ну, не знаю. Потому что оно у меня уже есть. Вот оно, вот оно, вот оно кольцо это. Я бы не хотел сейчас туда прыгать, честно говоря. Но какой у нас выбор есть? Мы по-любому сейчас 23 души, это не так уж и жалко. Нужно кольцо. Блин, это интересно, то кольцо, нет? По-моему, то. У меня 5 тестус фласков, у меня не так много жизней. А враг, говорят, не самый легкий. Ну, не самый сложный, говоришь, он довольно простой. Главное, его побыстрее убить. Ну, вроде как это кольцо. Надевший его, как Арториус в свое время, может путешествовать в бездну. Давайте попробуем, что ли. Давайте. У-у-у, ребятки. Элейшн. И чё? И всё? Не самый простой босс, офигеть. Таких будет 4, да? За раз. Хорошо. Но я думаю, к этому боссу мы придем попозже. Сейчас мы окажемся где? В Файринг Шрайне, наверное? Или в лесу? Да, в лесу. И, в принципе, я думаю, на этом мы закончим. Сейчас мы пойдем... сюда. И будем исследовать Грид Холлоу. А потом уже как-нибудь займемся этими рыцарями. Я пока не хочу, честно говоря, с ними драться. Потому что, как видели, с одним-то драться — это натуральная проблема. А уж с четырьмя, потому что нужно убить одного быстрее, потому что потом будет появляться второй, третий, четвертый. Четыре таких — это жопа. Я извиняюсь. Так, подожди. Зачем я сюда пришел? А, сейчас мы добежим. Отвяжись. Сейчас мы добежим. Давно в Блайт Тауне не был. Маленько пробежимся, давайте.
вспомним былое, добежим до местного бонфайра, а в следующей серии уже пойдем в Грит-Холл спускаться. Я думаю, это будет головной болью, потому что там очень узенькие эти корневища. Но так, Нью-Лондо мы уже, как видели, зачистили. В принципе, там осталось убить только босса. Один босс, то есть, у нас уже убит. Этот Нито, Грейвлорд. Второй босс у нас Ванерлонда. Там тоже, как вы видели, пелена золотистая сошла. Третий босс, вот эти вот четыре рыцаря. Четвертый босс, я даже не знаю где. Мне кажется, что именно в Грит-Холлоу. Не зря же это место там находится все-таки. Так. Забыл про местные приколы. Сейчас меня будут швырять камнями, но с моим-то уровнем защиты это уже будет не так страшно. Но все равно убить могут насчет раз. Я просто сюда пошел, чтобы пешком пройти. Вспомнить былое. Давно в Блайттауне не был, серии 20 уже, наверное. Посмотреть, что да как. А вообще мы сейчас прям до Грит-Холла добежим, то есть до Бонфайра, который туда ведет. А потом уже дальше пойдем в следующей серии. Вот. Такие дела. Не попал. Еще парочка. Я их, интересно, сейчас одного удара убью, нет? Навряд ли, конечно. Не попал. Ой, блин, какая надоедливая локация. Вот эти мухи постоянные, комары. Пакость та еще. Так, вот тут где-то, да, подъем у нас, я точно не помню. А, вон он. Там пиявки. Ох. Дорога, дорога. Так, хорошо. И отсюда, по-моему, вход. Я что-то уже давно не был, не помню. Дальше будем смотреть, в общем. Да, вот оно. Да, в принципе, можно не лечиться. Сейчас к бонфайру сядем, и все само пройдет. У меня, конечно, этих лечилок штук по 40. Так, ну что, где-то там. Что-то души чьи-то дали. Кто-то там убился, похоже. И вот эта головная боль, вы представляете, как по ней спускаться? Это, по-моему, будет страшное дело. Ну ладно, короче говоря, как бы там ни было, увидимся в следующей серии. Отдохну от игры, как обычно. Потом уже сядем, будем спускаться вниз. А с этими четырьмя рыцарями, я думаю, мы разберемся как-нибудь попозже. Чуть уж больно они какие-то жопушные. Так что увидимся, с вами был Артур, всего хорошего. Пока-пока-пока.